Завтра на улицы города выйдут сотрудники Нацгвардии, полиции и патрульные. Их будет не менее 400 человек. Все для того, чтобы избежать провокаций во время массовых мероприятий в Одессе. Усиленную службу правоохранители будут нести в Приморском районе и центре города. Сегодня вечером патрульные будут освобождать от транспорта улицу Дерибасовскую от Екатерининской до Пушкинской, а также перекроют улицу Пушкинскую от Греческой до Думской площади. На два дня парковка на улице Ланжероновской, Приморском бульваре и Екатерининской площади запрещена. Завтра, 1 апреля, с 11 утра до 13 часов перекроют еще часть улиц. Во время прохождения колонны будет перекрыто движение по Соборной площади. Затем улица Садовая, как я уже ранее говорила, также будет закрыта. Улица Ланжероновская, улица Греческая и Греческая площадь. То есть по Греческой мы ограничиваем движение от Греческой по улице Екатерининской по улице Пушкинской. В принципе, так она будет проездная. От Канатной по Греческой мы можем подниматься, уезжать на улицу Ришельевскую, но движение в сторону центра, в сторону Екатерининской площади не будет. Патрульная полиция просит автомобилистов не парковаться в центре города. В противном случае машину может забрать эвакуатор. Также правоохранители напоминают о личной безопасности. Следите за своими детьми и ценными вещами.